Давай попробуем. Нифига себе. Ну я такие, давай. А реально как чипсы. Ку-ку-ру-ку. Ты помнишь? Какая херня? Порвала весь рот мне. Дурь от русского брата. Шоколад на меду. Ну отломи. Обалдеть. Ну неужели если в шоколад вместо сахара добавить мед, получается такая херня? Не видно, что мы в трусах на камере? Ну, видно, что ты в трусах. Я? Да, вот меня не видно. Меня видно, у тебя нет? Ты чё? Да, девочки, знаете, что настоящие истинные блогеры, они вот одевают и наряжают только то, что видно на камере. Ты всегда ставишь? Да. Ну, вообще-то, дикторы тоже по пояс, только в рубашках, а там не в трико. Серьезно? Откуда ты знаешь? Передачу по телевизору. В СССР, по крайней мере, сказали так и было. Не, вот ну нафига нам одевать низ вообще, когда там... Зачем? Я бывает снимаю за день там 2-3 видео, и что, я буду все время низы менять еще, да? Одела он рубашечку, села в трусиках, жарища, все везде продувает, свежо. Ну ладно, мы не об этом. Вот видно моя нога. А может я в шортах сижу или в юбке, да? Что ты там разглядываешь? Тебе удобно крыть? Сегодня будет... Да нормально. Сегодня будет классное видео. Сегодня мы будем пробовать с Кристиной сладюшки. А сегодня будет у нас полезное питание, полезные сладюшки. Я очень люблю сладкое, и знаете, много сладкого говорят вредно. И я когда зашла в один из магазинов наших ростовских, кстати, они только у нас в Южном. Не буду говорить, что за магазин, потому что это все не проспонсировано. Ага, что это говорить, да? Не будем просто так говорить. Короче, просто эту продукцию можно на самом деле где угодно взять. И я сейчас вам буду показывать, и вы много найдете. Так, взяла я Кристину, потому что она вообще любит все полезное, да? Да. И вкусненькое. Я уже вижу что-то вкусное. Мне захотелось, да, с ней поделиться. Итак, давай ложки пока отложим. Ого. И первое, что я никогда не пробовала, а она вообще любит и пробовала, она же у нас лен, семечки ест каждый день. Флаксы называются, льняные хрустящие крекеры с клюквой. Без е-добавок, без консервантов, без дрожжей, без сахара. Представляете, они какие-то супер полезные. Я первый раз это вижу и хочу попробовать с Кристиной. Какие-то вот такие печеньки льняные. Ты уже горишь, все, горишь? Да, ты не там открываешь. Ну ты профи, ты знаешь, как полезно. Да, это обычный пакетик. Давай, бери. А поверни ты, да, покажи. Вот, красиво. Переверни. Да я же уже показала. Может, одно на двоих давай съедим? Ну, по виду льняные семечки. Пахнет семечками твоими, да? Вообще ничем не пахнет, это клюква. А, они с клюквой, да, с добавкой. Как казинаки. Да? Слушай, а что-то есть это? Как казинаки. Ну, ощущается вкус семя льна. Да. Ну, скажи, вот так вот прикольнее их есть, чем как ты с водой разбавляешь? Ждешь, пока они разбухнут, они не разбухают, и ты в итоге их ешь ложкой. Да. Мне кажется, здесь меньше полезных свойств. Почему? Ну, термообработку, да, эти подверглись. Думаешь? Мне кажется, нет. А как? Мне кажется, это просто семя льна, никакой обработки. Клюква, может быть, это даже какой-то сироп клюквенный или это. И все это засушено. Какая термообработка? Мне кажется, никакой термообработки. Вкусно. Дорогие. Но я могу ошибаться. О, девочки, у меня чек сохранился, потому что там были, да, и какие-то дорогие, какие-то нет. Я сейчас вам скажу, сколько они стоят. Угу. Флаксы с клюквой стоят 142 рубля. Дорого? Ну, конечно. Кристина все знает. Нет, 100 грамм. Ну да. С учетом того, что семечки ты покупаешь, за сколько? Максимально 50 рублей 100 грамм я пачку покупала. Ну да, тогда дорого. Поехали дальше. Какие-то фруктовые сады, грушевые чипсы, натуральные. Или грушовые, как правильно, я не знаю. Выглядят они вот так. Будем пробовать.
Ну, наверное, вот грушевые чипсы, что ты представляешь? Я представляю, что это просто груша тоненько порезанная и засушенная. Как сушки. Да. Как банан сухой, да? Ну да, от того. Давай покажем, как это. Нифига себе. Ну я такие, давай. А реально как чипсы. Бери. Девочки. Интересно, да, сколько они стоят? Хрустит. Ну, как сухофрукты, только очень чистенькие, хорошо обработанные, да? Из серии сухофруктов. Да? Какая херня? Ну что, почему? Сухофрукты. Это полезно. Но. Знаете, как можно с орешками накидать вот так вот? И на стол поставить. Сейчас я съем и скажу. Какая херня. Как на компот. Да. Ну, слушай. Ну, давайте, сколько это стоит? Сколько на 5 грамм? А грамм сколько? Да какие стоят уж там? 25 грамм. 25 грамм. Стоит это? 104 рубля. Это видео для того, чтобы Кристина охреневала, сидела тут. А получили-то из 350 грамм груши. Ну тогда оно стоит того, концентрат. Короче, что я вам скажу. Кто обычно сушками или чем-то ранит себе рот, вот это не покупайте. Я себе уже просто одной сушкой поцарапала все верхнее небо. Бесит. Потом плохо жуется. То есть это не как чипсики, которые вы хрустите, они такие, оба, просыпались там по рту у вас и съели вы. Нет. Это надо жевать, как реальную сухофрукты. Короче, это полная херня. А еще и стоит бешеных почему? Денег. Почему? То, что цена, да. А так, если в рот положить, оно там разбухнет, растает, чтобы есть не хотела так. Мне вот сушка обычная больше нравится. Ну, кстати, более помягче, мягкая, да. Мне это... чем вот эта чипса, которая порвала весь рот мне. Дальше. Какой-то я нашла батончик без глютеновый, не содержит глютена, без добавления сахара, без добавления фруктозы. Вот такой вот батончик. Он стоит, по-моему, недорого, рублей 50. С клубникой и глазурью. Я пока найду цену. Найдем. Рублей 50. Не, ну правда, я думаю, не больше 50 рублей. У тебя тут нет даже цен таких. Пакетик только. Пакетик только ты стала. А, ну да, 27. 27 рублей. Смотри, или две палочки Твикс. Ну, представь за одну палочку. А внутри пусто, да? Короче, что это внутри? Дурь от русского брата. Есть начинка и есть, знаете, как этот, как вафелька, да? Такие конфеты на развес, такие же продаются есть. Да? Да. Ну, вкусненькие, да? Ну, вкусненькие, но 32 рубля. Что? Губка Боб? Угу. А 27 до этого, да, не туда посмотрел? Это умные сладости какие-то. Я про Думан взяла себе кофе. Так, поехали дальше. Вот что-то ты такое пробовала, да? Шоколад на меду. Вместо сахара используют мед. Я никогда такого не пробовала. Здесь еще 70% какао, то есть это горький шоколад. И еще здесь добавление апельсина и имбиря. Давайте попробуем вот такой вот шоколад. Давайте. Мне кажется, он похож, может быть, чем-то на тот, который, помнишь, мы с тобой пробовали? Это тоже шоколад без какао был, без содержания какао. Без какао, 70%. Мне нравится, да, дизайнеры, что делают для того, чтобы привлечь внимание, они стали делать и бумагу, и вот такой шоколад продукты в таком коричневом, типа натуральная бумага, натуральный продукт, да, чтобы привлечь. Понюхай, пахнет чем? Аптекой. Насколько я это, ну это вот вообще. А мне кажется, аптека. Есть чуть-чуть имбирь, апельсин. Ну, знаешь, ну, да, мне есть. Аптеку прям напоминает. Ломать. Ну, давай, ты не съешь по-любому. Я вообще один хочу, на еще. Но реальная аптека. Да? Мне прям аптеку напоминает валерьянка. Пустырник, что-то там такое. Ну неужели, если в шоколад вместо сахара добавить мед, получается такая херня? Я чувствую горечь. Это привкус имбиря, мне кажется. Может быть.
Но мне такая шоколадка не нравится. Тебе нравится? Я тебе ее подарю. Я тебе чай попью. Хорошо, держи. А, еще смотрите, нашла очень интересный тоже в такой натуральной упаковочке. Это хлебцы с аджикой. Пробовала? Обалдеть. Нет, это продукт без прималок. Да, тут тоже все натурально, естественно. Само собой. Естественно. У нас все натурально. Ебой. Я просто порву рот 100% этим, Крис. Ну, отломи. Обалдеть. Наверное, из цельных этих зерен цельных. Я боюсь состав, в рот состав, даже это брать. Состав, видишь? Ого, боженька. Ну, куси. Ты никогда не царапала рот себе всякими этими штуками? С пророщенной пшеницей очень полезная. А мне кажется, лучше макать вот как сухарик в чай или в квас. Угу. Во. Зерно пшеницы, да, это супер чипцы. Зерно пшеницы пророщенное. Острое. С аджикой же ты взяла. Ты что, забыла? Я не думала, что острая аджикость не острая. Очень крутые. Только зерно пшеницы и больше ничего. Пророщенное. Угу. Что ж, надо пить? Да желание загадать. Серьезно? Где все желание загадать? Конечно. Блин, как чешется мой нос. Ага. У нас просто растет пух. Прям на балконе выращиваем. Пух. Надо срочно чем-нибудь заесть. Так, ой, Аля, что тут батарейки делают? Это я в том же магазине купила батарейки. Так. А еще знаете, что у нас есть? Чай облепиховый энерджи, бодрость, и облепиховый иммунитет. Я хочу это заварить сейчас с Кристинкой, мы попробуем. Один такой чаек. Здесь, короче, что-то жидкое внутри. Мы посмотрим, как это. И прям хочется попробовать, что это вообще, как сок. Ну, написано чай, натуральный, берри, крепкий иммунитет. Что-то интересное, короче, вот такой чаечек. Но надо заценить вообще, вкусно это. Подожди, это точно чай? Там жидкость какая-то будет? Да, ну оно типа, знаешь, не знаю, может как варенье там сделано. Содержимое пакетика поместить в чашку, добавить по вкусу горячей воды. Ну это как растворимый сок какой-то просто. Ну написано чай. Это со вкусом чая. Так, смотрите, я выдавила эту смесь всю сюда в кружечке. Выглядит оно не очень приятно, честно говоря. Как-то, ну пахнет все облепихой, то и то. Но выглядит это очень-очень странно. Очень так неприятно. Сейчас мы все это... здесь у нас энергия, здесь у нас иммунитет. Сейчас мы все это зальем кипяточком и попробуем с Кристиной. Посмотрим. Итак, у нас локация немножко поменялась. Так, значит, в мальчика я что налила? Иммунитет, да? А там у нас энергия. В общем, все оно как-то разболталось, вообще непонятно, оно как-то однородной массой не становится, да? Но облепиха, по-моему, так все время куда-то она либо вверх, либо вниз падает. Давай попробуем. Ой. Ой, кипяток просто, да? Ты просто кипяток, поэтому так кривишься. Какая херня. Ну, облепихой пахнет. Знаешь, я пила чай облепиховый. Ну, это натуральный облепиховый. А то и не натуральный пила. Я думаю, на ночь очень хорошо такой. Вот здесь у нас энергия у девочки, она более приятная. Но вот это? Там нормальное это. Фу, какие-то привкусы лекарственные, аптечные, отвратительные. Блевануть хотела. Ну, можно ложечку меда с малиной добавить. Фу. Короче, давай, если тебе нравится, выпивай все, это будет иммунитет и энергия. На весь вечер сейчас подостынь. Ну, давай бахнем. Не, давай же я тоже попробую. Да, попробуй. Ты не горячая, но такой маленький. Ну, оно не такое горячее, знаешь, чтобы не терпеть. Терпимо. Ну, это чуть-чуть другое, да. Повкуснее вот это, да? Ну, просто своеобразный тоже вкус. Короче, все вот это вот ПП, знаете, оно, конечно, все ПП. Держи. Но все кака какой-то, как правило. Ладно. Смотри, еще это умные сладости, то, что ты говорила, да? 27 рублей. 27 рублей. Вот тоже оно без всего батончик. И здесь уже кокосовая начинка. Вот. Давай запробуем. Может, один на двоих? Вот я хочу половинку просто. А ты остальное съешь, хочешь? Я не хочу целый есть, у меня уже сладко во рту. Давай одну, если это такое же будет. А.
Здесь только с кокосом. Мне это больше нравится. На Рафаэлу. Дайдем? Нет. Нет. Еще как-то в Ашане я брала мармелад именно вот в таком отделе, где вот это все без сахара. Для диабетиков. Здоровое, да. И там невероятно вкусный был мармелад, он мне очень понравился. Но здесь тоже вот без сахара, без всего. То есть мне кажется, что мармелад именно без сахара можно попробовать. И клубничка. Сейчас мы распакуем с вами. Единственное, что там он стоил вообще недорого относительно. Там далеко все недорого. Нормально. А здесь... Видишь? Ага, а здесь мармелад это стоит 200 рублей. И ухо чешется, ёптель-моптель. Соточные какие-то сели. Помыться тебе надо, Ёжа. Помыться тебе надо. Ты же предвидишь комментарий, да? Сель, помойся. Меньше калорий, больше здоровья. Я читаю, меньше калорий, меньше здоровья. У меня не глаза, а тормоза. Глаза-тормоза. Так, все так красиво упаковано прям. Ой, смотрите, оно дольками сделано. Мне кажется, это типа пастилы. Это ты аджику сейчас проглотила там? Нет. Острое шло по горлу. Смотрите, красота какая. Как будто бурачок нарезан. Ну, я когда покупала в Ашане, они не такие были. Тебе тебе типа понравились. Думаешь? Ну да, ей только это и можно сейчас. Ну, как пастила. Вкусно. Разбухшая пастила больше. Ну, хотя нет, желе. А что они соленые какие-то? У меня все смешалось что-то. Надо было сначала без сахара все пробовать, что? Мы неправильно с тобой. Короче, те мармеладки, которые пробовала я, они были вкуснее. А эти отдам маме, если не понравится. И потому что только такое сейчас можно. То есть, если захочешь, чай поешь, а остальное маме. Все. Как будто еще овощ какой-то вот в примешку я там чувствую. И вообще, что я очень хотела давно уже попробовать, я так посмотрела, кремовый мед с малиной. Где-то на ярмарках я такие медики видела и что-то даже покупала. Желание приготовь. Да загадывай, Крис. И за меня можешь загадать желание. Хорошо. Два загадывай желания. Открываем пока. Вот для этого нам нужны были ложки. Где ложки? Вот такая красота. А можно вот сюда намазать это. Аромат. О, на аджику. Это будет очень круто. Круто. Мед. Ой, так интересно, добавление... а что вот это там еще вот эти, какой-то орешки, нет? Это семечки, мне кажется, с малиной. Малиновая? А, да. Или клубничная даже. От клубники, да. Состав. Крем-мед с малиной. Из натурального сырья. И натуральный все? Цветочный мед, сушеная малина. И все. Продукт готов к употреблению. Все. Интересно, правда? А почему нет? Сколько стоит? Нормально стоит, по-моему. 239. Ой, ну это лучше купить, чем мармелад. Ну да. Оставлю себе. Вот это единственное, что мне понравилось, девочки. Из всего нашего многообразия, скажу я вам. И последнее на десертик, да. Кристина, помнишь ли ты? Да, да. Раньше там были еще наклейки, помнишь? И сейчас они там есть, да. Ты помнишь этот вкус? Это кукуруку! Вафельный. Кукуруку. Ты помнишь? Да, я вафельные конфеты не люблю, а кукуруку очень вкусный был. А что ты делала? Ты прям помнишь его? Хочешь вспомнить? Когда ты последний раз пробовала? Ой, я даже помню тот дом, где вы жили. Вот там я его пробовала. Такое ощущение. В общаге? Тот дом. Тот страшный дом, в котором мы жили. Мы жили в общаге. Да я недавно что-то снимала и говорила. Почему ты так неуважительно? Общага. Своему родителю. Я люблю свою общагу. Я ненавижу общагу. Ладно. Ладно, Крис, давай. Ты можешь, прикинь, ты сейчас такая говоришь, я такая.
А вот и наклейка, о которой Кристина говорила. Ой, раньше она была побольше и не завернута. Да, кстати, что-то было побольше. Ты мне сейчас напомнила, я вспомнила. Ну что, давай. Ну давай, вспоминай вкус. Вспоминай тот дом, где мы жили. А я не помню. Ну, более нежный, конечно, чем вот конфеты вафельные. Вот. Более нежный. Я помню дом с моей сестрой, твою родной. Ну, я там кукурузу, видимо, там продавали. Какой-то он такой, да, дом. Ой, дом. Конфета воспоминаний, да? Ага. Надо, дай. Я их две просто покупала, я одну уже съела. И так уже сейчас. Я в прямом эфире в Инстаграме съела такую целую. Твои подписчики подумают, что я много ем. Пусть думают. А что ты много ешь, а что? Тебе как-то от этого будет холодно или жарко? Ты красивая леди, а я леди. А я леди, интересно. Вообще конфеты нельзя есть. Ледям нельзя есть конфеты? Ледям. Ледям нельзя есть конфеты. А кофе пить можно ледям? Кто там проснулся, зайчик? Нельзя, малыш, нет. Дэнни, конфетку нельзя. Иди, котик, сюда. Дэнни, иди, мой мальчик, иди, моя нюнечка моя, иди к маме. Где мальчик мой? Дэнни, иди сюда, мама ручку мать. Иди, котенок, иди, мой сладкий. Ты проснулся? А мы спали. А что это делать, скажи, девчонки? Игрушка сегодняшнего дня. Игрушка сегодняшнего дня это вот, да. Хворостина. Это кабельная. Держи. Расчесывается. Мальчик мой спал. Мы тут снимали, я кучу видео наснимала. Конфетку? И вот он под конец проснулся. Можно? Ну, ну-ка. Это моя рыбка. Ох, это рыбка. Кукуруку будет и твоего детства. Вкус. Ты так пахнешь. Ладно, мои хорошие, мы все понюхали. Это малыша понюхала. Мы все попробовали. Мне понравилась только малинка и кукуруку, естественно. Все остальное можно раздать голодающим Кристинкам. Я, мой сладкий, я маленькая. Ну, как мама, вот так нюхать любит, мальчик. Смотри. Еще раз скажи, какую руку дай. Какую руку дай, сказал. Вкусно, Дэнни. Сейчас мы пойдем смотреть мультики. Ой, курю. И что-нибудь кушать интересное. Все, мои хорошие, мы вас любим. С вами Селена Суэй и Кристинка. Скромняжа, нифига не скромняжа. Что творится на ее канале? Она превращается из скромняшки в развратяшку. Мукбаняшку. Мукбаняшку? Мне ничего народ не прилипло. Народ тебе что-то прилетело. Мать, отстань, я жую. Посмотри, что... Что ты делаешь? Дэн, зачем? Мы же можем это съесть. Но оно уже в ворсне. Ну? Чёночки такие маленькие, вот эти сладкие, такие конфеты. Дэн, ну что это такое? Выбрасывай все. Взяла и испортила кусочек кукурузы. Все, девочки, пока. Целуем, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Кристинкин канал будет под видео. Вы не подпишетесь? А, Селена такая отвернулась. На нее не подписывайтесь. Дизлайки ставьте. А мне подписывайтесь, лайки. Ладно, пока. Маши, пока. Ты моя лапа. Ты можешь пока, да? Хлопину. Ура! Иди, Кристина. Любовные. Давай заставай.